Всем привет, дорогие друзья! Мы заканчиваем уже проходить Resident Evil 5. У нас второе дополнение, последнее под названием Desperate Escape, что в переводе отчаянный побег. Давайте не будем затягивать, будем играть за Джоша и Джилл. Ну я, конечно, за Джилл буду играть, как обычно. А это дополнение я в упор не знаю. В упор, как хотите, как верьте, так нет, но я в упор это дополнение не знаю. То дополнение я так видел одно. Ну, видел фрагмент, я уже говорил, когда проходил это. Так что, если не знаете, посмотрите. Этот момент мы уже видели. Получается, мы начнем с того момента, как они ушли. Это почти недалеко от финалки. Получается, это шестая глава. Ну, совсем недалеко от финалки, так что вот так вот. Это дополнение уйдет у нас на час где-то. А я посмотрел, сколько она будет, длинная оно или нет. Чтобы понимать, разделять мне серию или нет. На две. Я сейчас, кстати, не слушаю это, потому что это все было в основной кампании. Ой, блядь, извини. Посмотрел, сколько, ну вообще, стоит ли делать, как я говорил уже, на две серии или нет, или на три там. Нет, уйдет у нас где-то на часик, чуть больше часика, но нет, ничего страшного. Хорошо. Отлично. Или... Take care of him. You're our only hope to survive this. Зря я также не сделал это, когда... играл первое дополнение, не посмотрел, потому что ушло у нас на две серии, а там по 30 минут они. Так что проще было это вместе сделать серию. Ну ладно, ничего страшного. Can you hear me? Are you all right? О, Джош! Are you all right? Chris? Good. You are awake. Wait a minute. You are Jill Valentine. Подожди минутку, ты же Джилл Валентайн? Who are you? Капитан Джонстоун. Капитан Джонстоун. BSA, Восточная Африка или что-то в этом роде. Thanks. So what are you doing here? Бля, почему было не сделать еще и русскую озвучку или хотя бы субтитры здесь на русском? Yeah, they both went after Wesker. Я не знаю почему. I saw one anchored offshore. Do you know where they are headed? Yeah, but it's already left. It's too late to get to it now. It's never too late. I got a helicopter waiting and I'm going after Sheva. You got room for one more? There's always room for a beautiful lady. I bet you say that to all the girls. Just the pretty ones. Come on, let's go. Ну что, посмотрим, что нам предложит это дополнение. Может, выделяют крутую Т-вирус или что-то там. Отчаянный побег. Так, мы здесь были, помните, да? Мы тогда... здесь началась шестая глава. Здесь тогда началась шестая глава. Ладно, продолжаем. Опять эти монетки собирать? Я не понимаю, зачем мне они? Hurry. Shiva may need our help. Got it.
Давай, иди сюда. Так, включаю карту, чтобы мне понимать, куда лучше ходить, куда... Локация вот данная, она небольшая. Тебя что-то упадет? Да. Thank you. Ешь сам, блядь. А там пока едет. Thank you. Ему. Сейчас забываю, что поиграем, это мы сейчас за женское точно. Thank you. Как же меня бесит эта мразь! Да ёперный театр! Это просто какое-то издевательство, блядь. Берём, я думаю, в этом дополнении они помогут больше. Я понимаю, что мне туда, но я хочу сначала все обыскать. Так, Джош, дай мне вот... I need ammo. Use this. Это мои патроны. Use this. Так, на номере 6. На 4. На номере 6 у меня пистолет. Для начала проверим все до единого мельчайшего сантиметра. Прикинь, Джош, я нашел кольт. Откуда они берутся? Я слышу еще кого-то. Так, открываю. Ага. А там пусть перезаряется. Так, трисом.
что-то, Come on! Okay. Подсади. Опять он. Just wait here. Так. Ну? Есть тут кто-то? Ага, месяц тут туда сможем уйти. Получается, мы играли за Джилла в прошлом, и сейчас играем за Джилла в будущем. Гениально. Качать здесь ничего не надо, я только не понимаю, зачем мне эти жетоны. Дай яйцо, не срать, что надо отпускать. Лучше не стреляй. Трава, травка, травка, травка. Как же я рад травке. Комбинируем и используем. You have my gratitude. I was until you interrupted, Dark Mark. I'm headed to your position, and I'm bringing the lady. I don't remember picking up women being part of the mission. Did you? Show some respect. This is Jean Valentine you're talking about. Hey, Miss Valentine! So you had to get picked up by that meathead. I'm here for you if you need to talk to Irene Mann. Calm the chatter, Dark Mark. Josh out. Так. А зачем мне тогда туда? Сейчас придумаем зачем. Что у него? Поиграли мы в хоррор, теперь не будем. Так. Нет, для начала давайте-ка я туда сбегну. Потому что здесь что-то есть. Чё ж, давай, не тупим. I'll cover you. Just watch your back. О! Мини-ганч. Откуда он? Да ты заебал!
Я уже, кстати, не помню, у нас был автомат в основной компании. Но это что-то вообще не помню. Да, да, я помню, что здесь вот есть один амулетик. Тысяча. Я не знаю, для чего это мне. А как здесь покупать что-то? Зачем это? Если это... Все-таки попал же, мрак. Да ёперный театр! Ты заебал со своим, блядь, пулеметом! Самая нормальная снайперка. Не какое-то говно дали. В чем прикол, здесь даже улучшать ничего нельзя. Зачем тогда нам это, я не знаю, деньги, наверное. Здесь нельзя улучшать ничего. Я помню, пробовал уже в ночных кошмарах в дополнении в прошлом. Пробовал загрузиться, срестартнуть, и ничего не произошло. Ничего не произошло. Магазин мне не открылся. Да вы явно издеваетесь, да? Josh, I'm sorry, but I have to go to the communication facility. There's something I have to tell Chris. Okay, but don't think you can get rid of me that easily. The chopper is waiting for us beyond the communication facility, so we are heading in the same direction. Thank you, Josh. Надо у меня подлечить.
Снайперские мои. Комбинирую с этим. Комбинирую. Ладно, эти я дам ему, потому что ему тоже нужно. Доберусь, он мне поплешет. Блять, ну чё ты под ногами там водишься, блядь? Так, надо туда будет попасть, да? Да, я понял. We need a hell of a lot of firepower to take that down. Они что, бесконечные, блядь, я не понял. Ради чтобы нафармиться, блядь, я не понял. Thank you. Мне не нужно, чтобы они были бесконечными. Короче, я бегу дальше. Они, походу, в реале бесконечны. Да, не бесконечно. Короче, просто надо бежать. Быстро-быстро-быстро! Они бесконечные!
как он меня бесит! Где моя снайперка? Он не дает даже прицелиться, прикиньте. Блять, я еще косой, пиздец. Просто пиздец. Их полно, они бесконечные, ребят, они не кончатся. Ну, у меня такое чувство. Отстреливайся, я случайно дал. Пишите, потому что они просто бесконечные. Мне вот такое чувство, потому что они лезут, лезут и лезут. Я не знаю, зачем они. Так, надо просто ему дать снайперку. You take it. Understood. Ну давайте теперь я и это выберу. Ну, не сильно-то и нужны эти гранаты. Я не знаю, зачем я это отобрал. Посмотрим, что здесь. А как ты пришел сюда? Ты что, туда в реале залез? Выкинуть. Выкинуть. Дальше комбинирую. Комбинирую все. Дать. Reload. Дать. Так, и у него и у меня также. Так, а как ты сюда в реале попал? Надо просто уходить быстренько отсюда. Кстати-ка, давайте-ка проверим, для... куда вот отсюда мы уже выстрелим.
А, это ради секретика. Ебать, просто в упор. Блять, и ради этого я взрывал это. Зачем делать врагов, ну, бесконечными, скажем? Все, погнали. Будем убивать только тех, кто, ну, вот вряд ли напрашивает. Давайте все-таки уже это используем. Прыгаем. Все. Okay. Так, не туда, мне кажется, да? Просто бежи. Я не собираюсь по 10 тысяч лет, ну, расправляться с ним. Да ёперный тихо! Просто бежим, ребят! Как я и сказал, они бесконечны. Даже нет времени изучать локацию. Блять, все еще живы, блять. Чего, блядь? Я чё-то не понял сейчас прикола, блядь. Ладно, хоть чекпоинт, по сути-то, недалеко.
Да, это дополнение сложно. Посложнее, чем вся... Нет, это бесполезно. Это бесполезно. Они просто появляются и появляются. Их не убить. Нет, их убить-то можно, но они респанятся просто на каждом ходу. Я не понимаю, зачем мне вот это? Что оно мне дает? Прокачиваться я не могу. Покупать тоже, блядь. Бежим! Это самое, наверное, сложное дополнение из всех. Творится полнейший хаос. Я не понимаю, до сих пор, зачем мне вот эти медальки? Будем называть их. Спасибо. А дробаша-то у меня нет до сих пор. Так, быстренько надо распорядить. Дальше. Пусть забирает. Нам надо... А, ну вот. Damn it. The bridge is out. Проклятие. Come in. The bridge is out. I'm going to need you to come to us. There's a landing pad on the roof of the communication facility. Can you meet us there? Anything for you, Mr. Valentine. I'll be waiting. Уходим отсюда. Here it is. Алексей. Give me a hand. Okay. Там что-то было про Алексея, но... I set it to broadcast on the same frequency as Chris's PDA. Please be there, Chris. Jill,
Are you all right? I'm fine. Don't worry about me. А, это когда они связались на корабле. Western's superhuman strength. It comes from a virus. But the virus is unstable. In order to maintain the balance, we must inject the serum. Да, я помню. Только мы были тогда с другой стороны экрана. Affirmative. But he just took a dose, so it's gonna be a while. Один ляп. Помните, когда мы смотрели, у нее была застегнута курточка, да? Курточка, скажем так. В этот раз она расстегнута. Небольшой ляп. PG-67AW. Chris? It's no good. It's being jammed. It's okay. I told him what he needed to know. Hurry. Doug should be on the roof by now. All right. Даже не дали посмотреть, что там находится. Фу, Алексия заражает своего отца Алексиса. Так, давайте-ка немного передохнем. I need ammo. Understood. Take this. Ладно, да. Если надо, он меня подлечит хоть одной. Ну, назад мы не вернемся, это логично же. Пока можно слегка поплутаться. Ага, здесь они что, самолет возьмут? И тут куча врагов набежит, да? Комбинировать? Так. Дробаш я не нашел, но, возможно, я его и не найду, потому что я быстренько все пробежал. А я сделал это специально, потому что это все бесконечное. Бесконечное. Они просто появляются и появляются. Так. Я, конечно, зря не хотел этого. Те ребята из деревни появились. Они первые, они люди. Мы-то продержимся все время. Блять, он даже не дает мне подлечиться, блять.
Пора. Где он? Блять, сука, группа поддержки. Хорошее место, по сути. Отсюда его можно и обстреливать. Еще 2 минуты. По сути, с самым сложным я справился. Блять, а я-то только хотел сказать, что я с самым сложным-то справился. Блять, конечно, блять, с самым сложным-то справился. Возвращаемся наверх тогда. Минутка осталась. Так, надо дать. Да ты чё, блять, угораешь? Еще 2 минуты ждать. Главное, чтобы больше сюрпризов не было. Я же, блять, попросил. Так, а с ними я расправился, допустим. Ладно, мы его сейчас подловим тогда. Главное, чтобы он раньше в руки не попал. Thank you.
Все. Слава богу, я сделал это, сука, да. Это было тяжело, это очень было тяжело. Подождите-ка, но когда его сейчас, возможно, убьют, потому что его не было, когда мы улетали в конце игры. Джилл. А, ну да, понял, как его убил. Он какую-то ошибку сейчас просто совершит. Не, как бы знал, что он умрет, но стиль Far Cry я здесь не ожидал. Ну, знаете, Far Cry Experience, помните? И два RPG, которые потом достанутся Крису и Шей. Ху. Ну ладно, хоть не сильно потрепали вертолет. Nice flying. Look. You would have done better. I'm sorry, Josh. He was a brave soldier. He was my friend. And if we don't help Chev and Chris, he would have died for nothing. You're right. Let's go see if we can help them. Все. Наконец-то. Так, время зачистки. Врагов сбежало 120, ну, убито 122. А большинство врагов я не трогал. 44 минуты, по сути, я играл. Ну, не считая одной смерти, там идет на минут 50, час максимум. Ну да, это было сложно. Сложное, блядь, за... дополнение я даже назову. Сложное вообще. Дело в том, что враги здесь респанятся просто каждые 5 секунд. И бесполезно их убивать. Они будут появляться и появляться. Я вам отвечаю. Вот верите или нет, просто вот попробуйте поиграть сами и поймете, что я не вру, ребят. Так, конец игры. Идет сохранение, сохранено. Меня сразу менюшку что ли выкинуть? Ну да. Все. С Resident Evil 5 мы закончили. А следующий резидент на канале будет у нас Revelations. А ждите прохождения, в ближайшем будущем оно появится. А пока я смонтирую 9-ю серию, потому что она получилась в... пришлось там выключать записи, включать снова, ну, там... отлучали меня, скажем так. И буду выкладывать понемногу по 3-4 серии в день. Получается, это уйдет дня 3-4. Потому что, напоминаю, что я выложил только пока что 6 серий. Получается, осталось, если считать
так-то логически. Закончили, ну, 15 серий вообще я записал. Получается, еще где-то 9 серий надо выложить. Получается, ну, по 3 серии в день. Ну, как бы вот так вот. Но хочу сказать вам спасибо всем, кто посмотрел. Игрушка хорошая. Бывает, временами выбешивает. Но игрушки такие, как бы, все почти. Есть спокойные игрушки, как Life in Strange. Есть вот такие жесткие, да. А есть что-то вроде наркомании, как GTA. Ну ладно, спасибо всем, кто посмотрел. Всем удачи и до скорой встречи.